Я повернувся працювати в паб, який сам назвав «У Стасика». Бо тут скрізь таргани, яких для конспірації перед клієнтами звуть саме так. Та наступна родзинка закладу мене просто ошелешила. Мій наставник, старший бармен Льоша, розповів, куди тут виливають залишки пива. Це ж водка, пиво. Його потім сюди. Пиво? Де? Оце те, що пиво скапується в лоток цей. А, обичайно там небагато скапується. З заливанням, якщо це небагато скапується, то в бокали розливають. Вони беруть цих лоточків, виливають в бокали. Те, що там піниться, воно залишається, або хтось не допив, воно теж йде далі, далі. Це таке безвідходне производство, можна сказати. Воно, коли ти по 50, по 100 грам додаєш бокал, абсолютно ніяк не чувствується. Зато, поки в тебе всі бокали пройдуть за весь вечір, то ти все це порозпилюєш. Та ну, тут що, людей за свиней тримають, які питимуть, мов, із корита? Перепитаю в офіціанта. Вот это вот пиво, которое там было, так он в этой бутылках собирается. Его просто в раковину, да, выливать? Угу. Мы его доливаем людям. А якщо в лотках пиво скінчилось, можна ще трохи зекономити. Клієнт не допив пиво, і офіціантка сказала мені про терти побілочок, і можна комусь потім долити ось цей келих. Ти протри від губної помади і дольєш. Все нормально. Краще от допивати пиво своє, якщо ви не хочете, щоб його підсунули комусь іншому. Как защитить свои права, если вам принесли некачественное пиво? Для этого мы отправляемся в пивной рейд. Вместе со мной эксперт и пивной технолог Наталья Самушия. Заходим в один из столичных пабов. Место популярное. В вечернее время тут сложно найти свободный столик. Какое есть пиво? Быстренько. Так, карамельне, солодке, темне, гранатове, ледь солодке, темне. Пивоварня тут тоже своя. Заказываем 4 наименования. Тут с кислинкой. Это говорит о том, что дрожжи используются несколько раз. Это как жарить картошку на том же масле раз 10, правильно? Да. А ну кислое. Я не хочу. Карамельное. Ну тоже опять же говорим о пене, да, то есть. Пены нет. Даже подозрения на пену нет. Больше да? На содовую похоже, чем на пиво. Стаканчик у нас, да? Побитый. Побитый. Запомните, отсутствие пены и явный дрожжевой привкус – это признаки некачественного продукта. Тут надо звать официанта. Скажите, почему нет в пиве пены совершенно? Потому что, смотрите, не каждое пиво наливается, оно трохи пенится. Відповідно, піна якась є, але вона швидко осідає із-за, скажімо так, свіжого пива, майже живого. А мені кажеться, що тому, що ви взагалі навіть не витираєте стакани, у вас тут все просто, вот, вони мокрі, ви нам принесли мокрі стакани. Тому що бран, дивіться, у нас дуже велика текучка. Это вас не избавляет от ответственности я за качество? Не разумею, чем суть. У нас имеются бокалы и сразу подаются на бар. Официант явно выкручивается. Зовем администратора. Пиво не отвечает тому качеству, которое, в принципе, мы ожидали. Когда принесли стакан, они были мокрые. Если бармен будет их протирать, сами понимаете, люди ждали пива полчаса. Это прекрасно. Но я готова подождать даже полчаса, чтобы мне принесли нормальное, но качественное пиво. Согласен, но это стоит было пива не 20 гривен, а 9,50. Секундочку, так что получается, за чистый стакан я должна доплачивать 30 гривен? Ну, хорошее пиво будет стоить денег. Администратор в этом только что открыто признался. Мол, было бы дороже, и пена была бы, и стакан не битый. Цены соответствуют пиву. И это дает вам вот такую возможность приносить вообще лишь бы как. За такой отвратительный сервис и низкокачественное пиво мы, конечно, не платим. И вам настоятельно советуем. В подобных случаях требуйте аннулирования счета и занесите такие пабы в свой черный список. А в мене тут теж дегустація і прямісінько за барною стійкою. Я б зараз не вернув так перемогу. Бармен Льоша чесно зізнається, п'є дорогий ром просто з-під барної стійки. І навіть камери відеонагляду йому не завада.
Даже если передумали, то там 18 камер висіло, я все равно якось був мудрий. Головне, нестача алкоголю Льоша зовсім не боїться. Бо фактично він, як і інші бармени, випивають вашим коштом. Коштом клієнтів ресторану, в келих яких алкоголю не долили. Самбуха. Прикольний запах. Да. Джин. Кожного разу, роблячи коктейль, Льоша фіксує, скільки чого він заощадив. А значить, скільки може дозволити собі хильнути чарок. 50 мл до 300. І мене, як бармена-стажера, теж пригостили лівим алкоголем. Я буду вперше пити на роботі. Вибачте, будь ласка. Ну а після, як своєму, відкрили і інші таємниці бару. На кожній бутилці обов'язково має бути печать і обов'язково має бути акцизка. Акцизка означає, що це ліцензірований алкоголь, а печать означає, що це не куплено десь в магазині, це не принесено з собою, це іменно заказано, іменно привезено, іменно через. Так тоді ж можна доливати себе чи не можна? А, не можна. Це смисл цих печаток? Ні, ну типу бутилка є, нормально, ніхто нічого не доливає. Льоша мені розповів, що можна хімічити. Тобто замість якогось елітного алкоголю додаєш горілочки, і воно не буде дуже помітно. Це саме ми кажуть доливати, не? Ну, як тобі сказати. Алкоголь мені свойство, таке на потіка не становиться, так доливаєш обуви. Допустим, що ти не налив, воно буде сразу. Ну, хоча, допустим, лікери ти не розбавиш водою, вони пусті. Лікери можна розбавити тільки сахарним слоєм. А ці остальні напідки, в принципі, можна водичкою акуратно. Водичкою? Дорогий алкоголь водичкою? Мені не почулося? Не допомагає, так трошки, так. Ну і так тоді пропускати, щоб не палиться. Тому що це все це не. Ліба просто водяри розбавити. Ну, водка, вона вже буде даватися все. Ну, якщо, допустим, ром, там, джин, віскарь, то ще таке діло. Віхера, ну, там знову. В цьому пабі, якщо ви замовляєте якийсь хороший, дорогий коктейль, так, з якимись дорогими інгредієнтами, далеко не факт, що всі ці інгредієнти попадуть саме у ваш коктейль. Там може бути все, що завгодно, і в набагато меншій кількості, ніж ви хочете. Якщо коктейль, допустим, пінаколада, йде ром, йде малібу. Малібу – це лікер кокос. Ми можемо цей лікер спокійно замінити сиропом. Вкус кокоса є? Є. Крепость додасть ром – отлично. А не бували без лінгу, які тут? Ні. Так. Ніхто не замічає. Ви випили, подумали, класний такий напій я випив, але насправді то зовсім не те, що ви хотіли, і на вас заробив тоді бармен. А ви йому ще й чайові дасте. Так як же не переплатити на напитках? Определить, каким уловкам прибегают бармены и можно ли их все-таки разоблачить. Я сейчас это и попытаюсь узнать. Тестировать напитки на крепость и алкоголь вместе со мной будет Михаил Шарков, заместитель директора Союза потребителей Украины и профессиональный алкогольный дегустатор. Итак, заходим в ресторан среднего класса. Заказываем самые популярные коктейли – мохито и шот B52. Вычерпываем из стаканчика лед, чтобы померить коктейль в мерном стакане. Что это за отходы? Это реальные отходы. Я уже не говорю про мяту, в какой раз она уже здесь используется. В меню объем мохито 250 мл. С помощью мерного стаканчика сейчас узнаем, сколько же на самом деле налили. 220. Это у нас наша мохито. Чуть-чуть не долили. Рискнет ли эксперт попробовать? Как говорится, с Богом. Сахарный сироп. Лайм перебивает полностью вкус. На этом коктейле на нас явно попытались сэкономить. Теперь исследуем шот B52. Как-то начали слои смешиваться, не кажется вам? Значит, у нас посередине какой-то ликер, который... Не Бейлис. Да. А что же это? Пробуем на вкус. Кофейный ликер очень чувствуется. Бейлис под вопросом. Отдает водкой. Чтобы узнать, сколько и чего налили ваш коктейль, надо попросить технологическую карту.
Это рецептурный документ, который должен быть у каждого бармена. В нем все компоненты указаны по граммам. Технологическую карту можно требовать, и вам обязаны ее принести. Можно вас попросить технологические карточки на коктейли? Калькуляционные. А зачем это вам? Мы сомневаемся в составе этого коктейля и этого. Карточки. А ваши документы, вы кто вообще? Смотрите, ваши мы гости, обычные, клиенты. Да, обычные посетители. Официант в недоумении зовет администратора. В чем проблема сейчас? Проблема в том, что мы не получили тот коктейль, который заказали. У вас стоимость коктейля достаточно высокая для вот этого. Какой мне смысл? Ну вот, такие конфликты входить. Как тут без конфликта? Техкарт нет, коктейли разбавлены и не первой свежести. Оцените состояние вот этого вот лайма. Какой раз он используется? Мята. Мята, состояние мяты. А какая-то почерневшая. Мята. Уже завяла. Если вам конечно. Нравится, вы не понравилось. Ну окей, а с Бейлисом что делать будем? Наш эксперт сомневается, что в B52 он есть. Единственный вариант – это проверить. Идем на бар и заказываем Бейлис в чистом виде. А можно вас попросить еще Бейлиса налить нам отдельно? Это не Бейлис. Нет. Это не Бейлис. Это не Бейлис. Тут спирт. Это разбавленная. Это разбавленная хрень. Да. Что теперь скажете, уважаемый? Я знаю. Хотите сказать, что я сам. Конечно. Это 100%. Мы можем сейчас бутылку. Просто попросить закрытую еще там 40 грамм. Именно вот закрытая бутылка Бейлиса. Давайте для откроем. Сравнения. Я не буду. Почему? Почему? Ну, я не понимаю. А мы заплатим. Вы обманываете. Вы обманываете гостей своих. Вы бодяжите дома, Бейлис. Лично вы, не знаю, вы, не вы, но в вашем заведении. Пахнет жареным. К администратору на защиту тут подмога пришла со стопкой в руках. Сейчас заберу телефон, после этого поломаем. Да? Лично вас мы вообще не спрашиваем. Да, абсолютно. Закажите себе еще стопку. И понеслась. Вы кто такой? А вы кто такой? Что здесь такой допрос? Люди снимать на камеру. Мне приносят бодяжный алкогольный напиток. Если вы сейчас это заберете, поверьте, я сейчас вызову полицию. Вы поняли меня? Волшебные слова о полиции сделали свое дело. Жесть. Ну все, все смылись. Я думаю, что никто к нам не подойдет. Администратор ушел звонить какому-то директору, несуществующему, я так понимаю. Наш эксперимент хоть и наделал в баре много шуму, но его можно и нужно повторять. Вы тоже имеете право прийти с мерным стаканом. И если ваш коктейль не долили, смело просить переделать. Ну а если вам, как только что мне, подали паленку вместо оригинального напитка, счет вы точно можете не оплачивать. Придністрюк та цілковите шахрайство. Прямо зараз ви побачите, як відрізнити справжні коктейлі від підробок. Та дізнаєтесь, як вас можуть розвести на барі. Поруч зі мною знаходиться відомий український бармен Руслан Ложкін. Я вам покажу, як приготовлюється оригінальна рецептура коктейля. І фейк, який часто готують у барах, щоб ви заплатили багато, а отримали не те, що хочете. У складі оригінального Лонг-Айленду 5 видів дорогого алкоголю. Ром, джин, текіла, помаранчевий лікер і горілка. Всього по 15 грамів. А ось до келиху з фейковим коктейлем потрапляє усього лише 2 інгредієнти. Немножко джина, щоб створити запах. А остальное ми додаємо водку. Тобто трошки джину і все горілка? Джин тут тільки для запаху, а смак добряче маскує велика кількість лимонного соку та цукровий сироп. Оригінальний коктейль коштує від 150 до 200 гривень. Добре, а ось такий здешевлений. Якщо там йде одна водка, то це буде стоїти гривень 10. 15. А це 10 гривень. Тобто, бачите, у барі вам можуть продати за 200 гривень те, що насправді коштувало 10. Як определити, оригінальний коктейль чи неоригінальний, то в першу чергу використовується в неоригінальних. Вони наливають більше коли. Он будет цвет иметь более насыщенный, более темный, чем оригинальный коктейль. Наливают, насыпают больше льда. Он должен быть оригинальный коктейль, иметь вкус можжевеловый и апельсиновый, да, прослеживается апельсиновый ликер. И без
різкого після смаку алкоголю. Да. А ось ще один коктейль, на якому гріють руки бармени-шахраї – мохіто. Освіжальний літній напій. Зараз дізнаємось, як відрізнити справжній коктейль та не дати на собі заробити. В неоригінальний коктейль ми положимо більше кількість м'яти. Як правило, бармени забивають великим кількістю м'яти, для того, щоб ви потім не почувствовали. М'ята – самий дешевий інгредієнт. Побільше лайму, м'яти і цукру, які добре приховують смак, та 50 грамів горілки. Ось вона – дешева підробка. В оригінальному ж мохіто 40 грамів рому, лід та зовсім трішечки м'яти. Яким повинен бути справжній мохіто? Він має бути легким, освіжаючим напитком. Не должно быть присутствовать большое содержание алкоголя. В оригинальному не повинно бути багато м'яти, багато лайму і головне, він не повинен пахнути горілкою. А як не помилитися на маргариті? Які головні інгредієнти цього коктейлю? А головний інгредієнт оригінального коктейля це текіла, в першу чергу. Текіла. Текілу замінюємо на звичайну горілку, присмак якої добре ховає лимонний сік та апельсиновий лікер. А взагалі в маргариті повинен бути помаранчевий присмак чи ні? Должен присутствовать апельсиновый вкус, потому что входит апельсиновый ликер. Угу. Тобто, в принципі, можна запросто додавати, да, від душі. І ніхто не зрозуміє, що це підробка. Оригінальна маргарита коштує в барах від 100 гривень. За такою ж ціною вам продадуть і фейковий коктейль, собівартість якого лише 20 гривень. Давайте підсумуємо. Тобто візуально не можна розпізнати, де справжня маргарита, а де візуально фейкова. Ні. Але після першого ковтку ми, в принципі, можемо зрозуміти, що це горілка, правильно? Да. Замість текіли, і за цей коктейль ми можемо не платити. Совершенно верно. Тож тепер ви знаєте, як відрізнити оригінальний коктейль від фейкового, як дорогі інгредієнти замінюють дешевими. І головне, пам'ятайте, що за підробку ви можете не платити. А мы с Валиком снова в ресторане. Устроились сюда, назвавшись братом и сестрой. Так что брат мой сейчас разливает алкоголь. А я, как официантка, собираю заказы. И в пятничный вечер у нас тут полная... Это администратор Саша. И вот так и никак иначе он носит штаны. За день он их ни разу не поправил. Ты налево, вона там. Ты направо, вона знову тут. Вона переслідувала мене, і я не міг нормально працювати. Зато пятая точка Саши отлично иллюстрирует ситуацию в ресторане. Вечер пятницы, все столики заняты, но это реально огромных два зала и два этажа. И на вот это все огромное пространство три человека, два мальчика и я. Я наливаю пиво, потім там ще ж треба ж лівака долить. Я там таку байду наробив. Кажу, ну це явно не те, що треба. Пойдет нормально, все хорошо, ти супер молодец, бармен. Куда ты убегаешь, я говорю, вернусь, рассчитаю. Вечером на баре сидят и управляющая, и администратор. По очереди орут на персонал, чтоб шевелились. Я вижу, что одну тупизну. Мало того, что ты бегаешь, ты сам еще не знаешь, что тебе делать, куда это все пиво тебе разносить, над тобой стоит такой надзиратель. Но самая жара началась, когда подвис кассовый аппарат. Заказов накопилось уже очень много, пробить и выдать их невозможно. Многие посетители начали уходить, не заплатив. Я ж позавчора тоже столик ушел. Тоже? Ты ж попала? Да. На сколько? Я попала на 250. Мы заказывали, пиво. И все. Выпили, пока пошла, получается, я же на мойке, пока перемела на мойке посуду, я прихожу, ее уже нема. Мы уже заканчивали рабочий день, и тут залетает на кухню эта управляющая и начинает такое гнуть на эту Кристину, бедную там. Мой, еще идешь получать или нет? Да. Иди! Тихо, тихо, я сейчас по голове стукну тарелками. А я чай. Так вот, замечательно бьют за чай, знаешь такое? Еще денежки заплатишь за бой посуды, чтобы они трескались и были битыми. Маме дома придешь, мне что тарелки по голове, слышала? Вот это очень показывает, как там относятся к людям, как там люди работают. Когда наконец стало тихо, Кристина побежала плакать в курилку. Я поспешила за ней. Я плакала, но один раз плакала. Получается, ты здесь и живешь, и спишь на лавках этих? Ради чего ты это терпишь? Ради того, чтобы не видали мою зарплату, мне заработать не хочешь. Давай попробуем найти что-то другое. А
Когда я жить буду? Когда я жить буду? К 12 ночи меня все-таки отпустили домой. Ноги гудят, в голове все еще звенит от крика. На меня орали, меня загоняли 16 часов, вообще не давали мне сесть. Повесили на меня какой-то незакрытый счет в 3 пива. Я вышла, я просто, я уже плакала, я уже не сдерживалась, я уже думаю, там горено все огнем. И, ну, честно говоря, я так ужасно себя никогда не чувствовала. Ужасное заведение. Люди, с которыми так обращаются, вот эту свою ненависть, которую они копят, они никуда не выливают, потому что они боятся потерять работу, они потом это все выливается в пофигизм, потому что, ну да, они моют ноги в мойке, они не стесняются есть из твоей тарелки. Это своеобразная такая месть, что ли. Мы просто едим то, что нам приносят, мы просто об этом не знаем. Я попрацював за барною стійкою і побачив, наскільки нахабно бармени розводять і коктейлі, і клієнтів. Як вони можуть приливати пивні недопитки та власноруч набовтувати палений алкоголь? И я насмотрелась ужасов, видела, как моют ноги рядом с тарелками, как заново продают объедки. И ведь главное, поваров и официантов к этому никто не принуждает. Просто многие из них очень не любят свою работу. Но отстоять свое право на качественную еду и сервис все-таки можно. И я это доказала. Тепер ви знаєте, на що звертати увагу, аби приємно та якісно відпочивати у барах і ресторанах. Не дозволяйте себе обдурювати.